нашу пресс-конференцию футбольной команды Алустон Юбука Кольцев Олег Анатольевич. Олег Анатольевич, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру, такой результат, что не получилось? Ну, игра в тяжелые были погодные условия, поле тоже так. Была, в принципе, равная игра, где-то из-за своей ошибки пропустили первый гол, потом где-то выровняли игру. Ну, а так, в общем, игра не изобиливала моментами, но заслуживали, по крайней мере, перевести игру в овертайм. Но это футбол, не забиваешь. Так хочу поздравить Севастополь с выходом в полуфинал Кубка. Но у нас есть глобально еще свои задачи. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате, чтобы вылезти с этой психологической ямы. Как-то так будем пробовать. Коллеги, вопрос есть еще? Нет. Спасибо.